Животное пропало из родильного отделения, несмотря на то, что ферма находилась под охраной сторожа. Подозреваемого в краже 35-летнего односельчанина поймали уже после того, как он реализовал коня. Сотрудниками полиции было установлено, что данную кражу совершил 35-летний житель села Буревина, который, заранее договорившись со своим знакомым, проживающим в соседнем селе, о реализации похищенного коня для того, чтобы на вырученные деньги рассчитаться с долгами, в ночь совершения преступления, воспользовавшись моментом, когда сторож покинет данное помещение, проник в помещение родильного отделения, откуда вывел коня, впоследствии его перегнав своему знакомому, где реализовал. Кстати, похожая ситуация произошла одновременно и в Оренбургском районе. В селе Визовка неизвестные похитили лошадь с фермы, принадлежащей сельхозкооперативу «Уральский». В настоящее время ведется розыск конокрадов.